Уже традиционно месячник вакцинации животных против бешенства в Ижевске начинается с приютов. К иммунизации здесь относятся серьезно, под опекой 400 животных. Именно весной их активность возрастает, и контакт с переносчиками бешенства не исключен. А потому вакцинируют животных ежегодно. Процедура проста, а прививка против бешенства ставится бесплатно. Для вакцинации кошек и собак мы используем сухую инактивированную антирабическую вакцину. Вот. Она простая, то есть осложнений никаких не вызывает, переносится хорошо. Начинаем вакцинировать с двухмесячного возраста. Разводим на 4 мл, 2 мл подкожно вводим собакам, 1 мл подкожно вводим кошкам. Вакцину в этом году республика закупила в достаточном объеме, только на столицу около 9000 доз. Поставить прививки ветеринары призывают и всех владельцев животных. В этом году каждый второй случай бешенства был зарегистрирован именно у домашних питомцев. В городе Ижевске зарегистрировано 3 случая бешенства. В 2 случаях это хозяйские собаки, а в 1 случае это кошка. Все животные имели контакт с безнадзорными животными на улице, в результате чего произошло заражение. А по Удмуртии всего сколько случаев? По Удмуртии 6 случаев. Параллельно с этой вакцинацией начинается раскладка оральной вакцины для вакцинации диких плотоядных животных. Она представляет собой брикет. То есть во все лесные массивы, окружающие город Ижевск, мы пройдем. Количество вакцины в необходимом количестве, ее есть даже больше, чем необходимо. То есть хватит всем? Хватит всем. В месячник вакцинации животных против бешенства мобильные бригады ветеринаров будут работать в различных микрорайонах Ижевска, даже отдаленных. О времени и месте проведения вакцинации хозяев собак и кошек проинформируют заранее. Елена Обуховская, Юрий Дроздов. Новости.